Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадзи. Мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. 65-й выпуск. Так, с этого выпуска я начну открывать все радиовышки, захватывать все ванпосты и проходить дополнительные миссии. То есть, то же самое я буду делать, что и в первом острове. Так, давайте-ка для начала сыграем в покер. Новичок. Отвечу. 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 Я поднимаю. Отвечу. Я подниму. Отвечу. Ва-банк. Что у тебя? Ва-банк. Чего? Ладно. Сыграем. Нет выбора. Короче, все ва-банк поставили. Вот, блин. Мы проиграли. Вот, как выигрывать. Хай! Как дела? Ну ладно, короче, проиграли. Насрать на это. Hey. Давайте-ка сейчас мы вот сюда вот пойдем. Посмотрим, что есть в магазине. Ух ты, сколько нового, а? Так, боевые припасы. $160 заплачу. Так, смотрим, пистолеты. Вот карты. Ну давайте купим все карты, которые здесь есть. Будем уже все вещи собирать. А без этого никак. Все, осталось только 3 карты, которые нам нужно будет купить потом. Нет, погодите-ка. Да, 4. Раз, два, три, 4. И все. Ну, начнем, дорогие друзья. Так, радиовышка. Будем сейчас мы его не захватывать, а открывать. Машин нету, жаль. Надо найти. Да, вот я уже вижу эту радиовышку. Пиратов нету. Да, здесь наемники Хойта. Это не час.
Мне, кстати, напоминает игру Far Cry 1, потому что в Far Cry 1 там был главный мой враг по имени Кроу. У него тоже были наемники. Они так же выглядят. Эх, блин, жалко, что нет тачки. И мы передвигаемся пешком. О, еще один. Вижу врата! Их тут вообще много. Больше пиратов. Так, ну вот, наконец мы пробежали. Сейчас мы будем открывать первую радиовышку. На втором острове. Ну что, начинаем. Вот и все. Поднимаемся по лестнице. Вот сундук. Ну и открываем радиовышку. Вот и все. Так, смотрим нашу карту. Вот так вот она выглядит. Уже тут все реликвии, все клады показаны на карте. Да, круто. Так, что у нас тут есть? Задание сброс припасов, испытание ракьят, центр спутниковой связи, бензоколонка Херманса. Это аванпосты. Ну что, давайте будем выполнять сейчас задание сброс припасов. Начнем. Поехали. Давайте начнем заново. А звучит я вообще совсем там.
сброс припасов, все готово. Так, там у нас клад. Так, где же? Да, вот. Все. Так. Сейчас посмотрим. У нас только осталось, что тут можно сделать, это испытание ракьят. И два ванпоста. Давайте сейчас будем... испытание ракьят, к примеру, проходить. Сейчас еду на таком дерьме вообще. Ужас. Я горю в воде. Сейчас вот так вот полетим. Полетим. Машина горит. Вот я уже вижу красный камень, как всегда. Так, сейчас. Начинаем проходить это испытание. Так, сейчас. Вот это. Бус возьму и начинаем. Что на этот раз? Придумали ракьят. Ух ты! Так, начинаем. Сделай что-нибудь! Давай! Стоп ты,
мечи! Давай, иди сюда. Получай. Короче, время мало. Делаем так. А, всего лишь. Мало. Но все равно мы выполнили это испытание. Да, выполнили. Это и все. Так, ну вот. Нам тут только осталось сделать. Только захватить аванпосты. Да и все. Так, ну начинаем захватывать. Первый аванпост. На втором. О, как всегда, наемники прогуливаются, как пираты. Так, сейчас будем смотреть, как мы будем захватывать у наемников аванпост. Как они среагируют. Да, как всегда, это дым. Сейчас будем захватывать. Какой-то простой аванпост. Нет, не простой, а большой. Так, тут у нас наемники. Да, наемники. Так, быстрее, сирена, сирена. Есть. Да что ж такое, убили меня, твари. Сейчас еще раз. Собаки. И этот гребаный снайпер. Так, ну давайте еще раз. Да чё такое-то, а? Давайте, убивайте, убивай меня быстрее. Ну давай быстрее. Третий раз, блин. Так, а можно сделать быстрое убийство на собаке? Ах!
на месте через 30 секунд. Давай, я отключаю. Мы подходим с юга. О, вертолет! Все, наконец. Готово. Аванпост освобожден. Вот ракет. Ну что, вот наш аванпост. Заходим. Псечка. Карта памяти. Новая вещь. Это уже 14-я по счету. Интересно, что будет, когда я все прям всех соберу? Все карты памяти, когда соберу, вот тогда будет интересно. Здесь у нас еще сокровища есть. Да, похоже, тут больше нет. Да. А больше нет. Ни одной вещички здесь. Так, что открылось-то у нас? О! Гоночка и путь охотника. Все ясно. Так. Ну ладно. Давай. На этом, дорогие друзья, я закончу. 65-й выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.